Торжественные линейки в крае, как и по всему Северному Кавказу, прошли на день раньше, чем обычно, из-за экзаменов у девятиклассников. Они начнутся уже завтра, а с понедельника стартует ЕГЭ. Мы собрали все школьные цифры, пожалуй, кроме оценок. Последний звонок прозвенел во всех 636 школах края. На торжественные линейки пришли 11 тысяч одиннадцатиклассников и 25 тысяч девятиклассников. Для последних итоговые школьные испытания начнутся уже завтра, 25 мая. Учащиеся девятых классов будут сдавать первый экзамен ГИА по иностранным языкам. Всего для них подготовлено 209 пунктов проведения ОГЭ. Единые госэкзамены начнутся с понедельника. Закончатся они 2 июля. Выпускников ждут в 130 пунктах сдачи экзаменов. Присутствовать на них также будут более 3000 общественных наблюдателей регионального уровня и 13 федеральных наблюдателей.